Приветствуем. Ну, как-то бродилась, искалась, собирали ингредиенты для пары миссий, и здесь неожиданно нашлось сражение. В принципе, еще другое сражение непосредственно около Эвалании, которое так и называлось «Защита Эвалании», было пройдено, но там был только первый этап. Банально отражали волны врагов. Посмотрим, что здесь. Да, сила врага, конечно, будет здоров. Транспортные отряды. Ох, как все, непросто. Ну-ка, расстановка сил. Ну, что, ладно. Так, хладнокровный. А, это стражем называется, ничего страшного. Мечники. А вот и копейщики есть. Ну, копейщику значит будем расстреливать. С другой стороны, а почему просто не поставить, ну-ка, состав? Просто им же тоже надо тренироваться. Дождаться не получится. Надо будет уничтожать противников. Yes. А, да, они двигаются. Это плохо. Они двигаются быстрее меня. Это вообще ужасно. И чем быстрее наших войск. I'll never let my prey escape. То, что будет делать, а? Я понимаю, что они сами за себя постоять могут, но... Не дают даже возможности отлучиться. А если не уничтожать Кремля, я так понял, они будут появляться постоянно. Ой, зря Молота будет с нами еще попал. Вот эти вот транспортные. Идите, лютые потери у нас. Вот я же говорил, появляются. Правда, вот там, скорее всего, не следовало. Так, нам какой-то постоянно двигаться вперед. Ох ты ж, как я так не смотрел. Ну,
далековато пушка, чтобы ее использовать самим. Так, блин. О, что ты уже... Thank you very much. That's the end of that. Только если бы они не рвались вперед без приказа, было бы куда проще. Ладно, кое-что с беды получили. И сейчас надо возвращаться, как раз таки, чтобы попытаться выполнить задание от двух наших подданных. Так, этот просил доспехи. Нет, вот этот. У нас, кажется, доспехи есть. А этому нужен лук. Вот лук придется изготавливать. Не то. Композитный. Допустим. Что меня спросили? Блин, проморгал. Ну что, пытаемся сдать. Тень, сначала проверим, можно ли отдать ему доспех тот. Да, есть. Держи. Теперь ему лук. Excuse me. Thanks. Yeah. Найти образец. Эх, в этой же мастерской ведь сделали, а? Так, стоп, это же Оливия? Hi. Mm. Mm. Thank you very much. Чрезвычайно ядовитый гриб, коварнейший враг начинающего грибника. Так. Начинающий грибник. Да-да, обязательно. Какие сложные задания. Здесь думать надо.
Так, не снаряжение. Знаю, сказано был чрезвычайно ядовитый. Но раз начинающий, наверное, он ложно не может отличить. Ну, других у нас тут грибов не наблюдается. Ну, попытка не пытка. Yes. Гриб по внешнему виду. Вкус. Вообще нет вариантов, ну, в смысле, у меня. Гриб, вкус которого можно определить по внешнему виду. Ладно, вариантов пока нет, придется отложить. Возможно, не нашли нужный гриб. Захватчик гробницы Глейс. Я Гальбейн, король горных разбойников. Земли Глейс принадлежат мне. Я верну незаконно захваченную тобой территорию. Твой замок мне тоже пригодится. Будь благодарен за такую честь. Ва-ха-ха, га-ха-ха-ха-ха. Гальбейн – истинный король. Кстати, местная карта. Да, есть еще одно задание. Немного забавно, что выходец из Лайдзиня говорит преподать лайдзинцам урок. 25-й.
Учитывая, что там вообще-то солдаты будут задействованы, не уверен, что 25-й это правильный ориентир. Так, и кстати, здесь задание выполнено. Ну, хотя бы взглянем, сколько... А, так, лучше тогда здесь. Ну, не так уж ужасно. И да, кстати, наконец-то вспомнил, зачем мы столько искали сражения. Это не тот? Нет. Вот. Там же требовался 10-й. Требовался, конечно. Сейчас у нас бойцы... Ну, не 10-го, хотя нет, уже есть 10-го. Так что как-нибудь продержимся. Так, расстановка сил. Сплошные мечники. Ну, значит, молотобойца смысла брать с собой нет. Все интересно, то что нам показан здесь Эван. Это значит, что у нас может быть другой командир, или это просто так, для общего сведения? Ожидаются засады? Отряд в одиночку мне не удается. Еще раз попробуем. Сейчас все время забывают, что они огнем плюются. Половину врагов не уничтожили, а ослабли. Весьма сильно. Значительно? Ну, я бы не назвал это значительно. Солдатики, вы чего?
вас не хватало боевой мощи. Ничего себе! Stay strong. All right. Advance. Hey there. Thank you. This should work. Да что ж вы творите, а? Да что ж вы смотрите, а? Пожалуй, в тот случай, когда следовало использовать усиление. Там был спуск. Это нашли немножко снаряжение. Да, значительно. Они есть разбойники? Стоп, у нас за спиной? Не, ну конечно, молодцы. То есть здесь действительно был спуск, видать. Мы не замечены. О, союзное орудие. Вот это неожиданность.
запрос, конечно, у этого паренька. Что-то победили даже. Ой, получили. Хорошего, наверное. Он все еще там. Ну ладно. Да ладно. Неужели вы и правда сразились с Хрюевернус? Справитесь. Да, я выполнил обещание. Ты согласен служить мне? Ну что ж, поделать нечего. Если честно, я хотел стать солдатом именно в этой стране. Но мы, мужчины, держим свое слово. Здорово, а почему ты так хочешь стать солдатом именно здесь? Ну, я мечтал стать таким же, как командир Шао Лао, Шань Лао. Он выдающийся герой, мастер меча и звезда Лайдзиня. Шань Лао строг и справедлив, он просто невероятный. Я хочу стать таким же крутым, как командир Шэнь. И ты им станешь. С таким рвением у тебя не все непременно получится. Будем вместе стремиться к мечте в моем королевстве. Боевые тренировки. Посмотрим, куда его можно определить. Казна. Запасы. Ну, подный нас вроде бы один. Габа. Сооружение. Что там по сооружениям? Ну, рудокопов нету. Так, рыбный рынок. Поле, пастбище. Больше сфер. Хорошо. Так, и где тут казармы? Наверняка в казарму надо определить. Нет. Эффективность боевых тренировок. И куда же его ставить? Однако задача. Сооружения подданные. А, стоп, у нас же в сооружениях. Да, показано. Так, в казарму не идет. Оружейная мастерская. В принципе, я только что можно было проверить. Нет, голуба не подойдет.
Вероятно, пока еще нет просто нужных. Ладно, отправляемся наконец за кораблем. Ну, не сказали, что прям народу стало много больше, но увеличилось определенно. О! Все наши ребята вернулись домой целыми и невредимыми. Эван, я даже не знаю, как вас отблагодарить. Мастер, это было просто отпад. Он смог разделаться с чудищем, которое мы всей толпой осилить не смогли. Эй, Анкор, что за словечки такие? Перед тобой его величество Эван, король Валании. Воу! А, это малый король? Такой молодой, уже такой отважный. Неслыханное дело. А, или это он говорит? Я уже забыл, кто из них кто. Чужеземный король пожаловал в такую глухую деревню, да еще и спас людей. Мы пришли сюда, чтобы построить корабль. А, тогда понятно. Благодаря за спасение мы построим для вас превосходнейший корабль. Итак, какой же корабль вы хотите? Рыболовное судно или же круизный лайнер? Мы хотим построить крепкое парусное судно, способное пересечь моря и океаны, а наша первая цель — добраться до Атлантиса. Ха, моря и океаны? Мне очень жаль. Мне бы очень хотелось взяться за эту работу, но это невозможно. У нас здесь нет подходящих материалов для постройки такого судна. Тут нужна особо крепкая древесина. Материал, способный противостоять любым штормам. Древесина. Я думаю, стоит посоветоваться на этот счет с Ниром. Он что-нибудь придумает. Хо, да у вас есть идеи? Ну что ж, как только найдете подходящую древесину, обращайтесь. Мы, корабельщики Фордевинда, сполна отблагодарим вас за свое спасение. Опять инстабук. Так, что тут у нас? Рыбка. Птичка. Так, Нир. А, ну да. Как-то забыл, что он уже наш подданный. Собирался в лес. Так, ну, Нир у нас на лесопилке обитает. Точнее, следит за его деятельностью. Что? Ой, да ладно. Ну, как говорится, так и быть. Ролан, значит, ты тоже можешь видеть фуняшей? Среди воздушных пиратов мало кто может видеть фуняшей. Мне многие не верили. Думаю, я забавляюсь над ними. Неужели твои соратники считают тебя человеком, способным такие милые шуточки? Слушай, Эван, если мы опять пойдем в лес Нира, можно я там нарву себе с собой лесных цветов? Думаю, он не возражает. Так. Тем более, что привет, Нир. А, значит, вам нужна прочная древесина для строительства судна. Ну, тогда ваш путь лежит вглубь моего леса. В Чернолесье. Туда, где растет железное царь дерево. То, что нужно. Ай. Тут есть одна небольшая проблема. Лесен. Недалеко от царь дерева поселился свирепый монстр, и мы заблокировали дорогу туда ради безопасности. Ага. То есть нужно просто разделаться с монстром, и проблема решена. Именно. Вот, возьмите это. Это магический эликсир, позволяющий в мгновение ока избавиться от любой колюки. Суперэффективная штука.
Дорога заблокирована при помощи остова гигантской колючки. Побрызгайте этим средством, и она мгновенно исчезнет. Средство мгновения ока, избавляющее от любой колючки. Занятно. Thank you. Благодарю вас, старейшина. Рунд, идем скорее в лес Нира. Ладно. В лес Нира уже придется позже отправиться. А на этом, к сожалению, пока что все.